Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту Capital Money. Я хочу его проверить на вывод. У меня сейчас 12 рублей 17 копеек. Но для тех, кто не знает, я здесь работаю на серфинге. Просмотр сайта вот у меня на данный момент 19 рекламок. Чтобы были доступны вот эти просмотр, вот этот серфинг, нужно перейти в услугу финансист и купить как бы уровень. Я вот купила за 3 рубля. Он идет как бы по нарастающей 3-6 как бы рублей. Вот. И доход тут без ограничений. Цена, вот, если вы будете умеете и любите приглашать, то вам доход будет без ограничений по 3 рубля с рефералов. Тут вот ознакомитесь, я уже не буду все зачитывать. Значит, давайте, вот уже 20 просмотров. Покупаете уровень за 3 рубля. И у вас будет доступен серфинг. Я ежедневно его просматриваю. Поднимаюсь выше. Бонус еще есть. Ежедневный бонус. Я еще не собирала. Я все про него забываю получить. Бонус благополучно получен. Так, что мне дали? 1 копейку. Богато. На покупке это идет. Так. Ну что, где у меня тут? Так, заказать выплату. Значит, прежде чем заказывать выплату, в настройках вы должны платежную систему вбить, номер кошелька, установить платежный пароль. Далее вам на почту приходит при регистрации персональный пин-код. Его нужно запомнить, сохранить, записать. Вставляете сюда и сохраняете. Так. Ну вот, а теперь уже вывод. Выбор платежной системы. Сюда минимальный вывод 3 рубля. Максимальный 20 тысяч. Я ввожу сумму 12.17. Значит, а сюда я вставляю, что у нас тут? Платежный пароль. Нажимаю выплатить. Выплата успешно произведена. Сейчас перейдем на почту. Выплата уже поступила. Баланс мой обнулился. Идем на почту и проверяем вывод. Платит инстантом. Ну, замечательно. Payeer у нас берет комиссию. Плюс 11.93. Выплата пользователю, мой логин с проекта capitalmoney.org. Ну и чудесненько. Вот. И вот серфинг прибавляется, уже 21 штучка. Вот сейчас начну я собирать. Ну, что? В принципе, на этом все. Здесь вот история операции есть. Ну, сами уже все просмотрите, значит. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяйтесь. Ну, неинтересно, пройдите мимо. До новых встреч.